Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И сегодня мы с вами отправляемся в Зарину для того, чтобы посмотреть супербюджетные пуховички и пальто. Но уверяю вас, они очень симпатичные. Я просто, знаете, испытала шок, увидев, насколько модные, стильные вещи продаются в Зарине. И прямо даже какая-то гордость взяла за наших производителей. Ну вот, ничуть не хуже H&M, Zara. Ну, то есть, абсолютно конкурентоспособный бренд Зарина. Очень удивило меня. И цены прямо радуют. 6 тысяч, 7 тысяч, это, по-моему, самое дорогое пальто будет. А так в среднем 4900, 5900, 5500, 6000. Посмотрите, какие симпатичные. Сначала я вам решила показать вот такую клетчатую коллекцию. Очень разные пальто, но клетка вся благородная, стильная. Такая, знаете, проверенная временем. Но посмотрите, как здорово и недорого. Все практически цены я снимаю. Так что можете сами представить, насколько можно одеться здорово. Единственное, конечно, что не очень радует, это то, что практически все это полиэстер. Если даже есть в составе немножко шерсти или вискозы, или хлопка, то, конечно, это незначительный процент. В основном полиэстер. Но выглядит это все здорово, классно. И мне кажется, что один сезон, два сезона или даже три сезона, ну, если, например, иметь не одно это пальто, то они вполне себе выдержат. Все модели, фасоны такие оверсайз, то есть смотрятся очень современно, соответствуют всем трендам. Видите, есть укороченные, как жакет. Ну, в основном все-таки такие длинные пальто. Вот это мне не очень понравилось, как-то оно так сшито было хуже остальных. Но в принципе тоже ничего. Но вот остальные прям были классные. Конечно же, есть и однотонное пальто. До пуховиков мы с вами скоро дойдем. Они представлены и для осени, и для зимы. Ну вот это без подкладки. 5000 без 1 рубля. Классическое по форме тренч-кот такое пальто в нескольких цветах. Вот в черном было серо-бежевое с поясом, двубортное, на такую теплую осень, на начало, можно сказать, осени. У нас вообще очень похолодало, уже меньше 10 градусов, у нас можно уже практически носить зимние стеганые пальто утепленные. Ну, или если вот, например, такие пальто, то вниз надевать пуховички легкие, типа Юникло. Хотя такие пуховички можно присмотреть вот здесь, в Зарине тоже. Ну, вот видите, да, какие цены. На сегодняшний день я как-то даже дешевле и не видела. Ну, действительно. А вот в это пальто я просто влюбилась. Такого серо-стального голубого цвета. Стеганое, длинное. Но в целом выглядит элегантным. У него широкая пройма. Ну, такой Т-образный, можно сказать, силуэт. Нет никакой фурнитуры. То есть кнопки, видите, такие в тон. Но нет никаких пуговиц, ничего. При этом запах достаточно хороший для того, чтобы пальто не разъезжалось. И вот такая вот стежка. Очень красивый грязно-голубой такой цвет. Прям вот реально захотелось его себе в гардероб. Остановило меня только то, что у меня, ну, действительно очень много такого плана и пальто, и курток. Поэтому, ну, куда уже, куда. Но это прям замечательная и такая приятная цена. Можно с поясом носить, можно без. И, кстати, эти пальто есть также в черном цвете. Сейчас вы увидите. Черное пальто я вам попозже покажу, но сейчас у меня вот
во время монтажа выскочила вот эта куртка. Зеленая, удлиненная, с закругленными разрезами по бокам. И, по-моему, она чуть-чуть подлиннее сзади. Ну вот, как-то так. Очень симпатичная, прямого силуэта. Тоже вот никаких опознавательных фурнитур, ни золотых, ни серебряных, ни в тон. То есть можно сочетать с чем хочешь. Да, вот черненькое пальто. Оно, видите, немножко другое, с капюшоном. То было голубое, с отложными такими лацканами. Молочная, очень много вот молочных, кстати, и симпатичных таких. Вот видите, 5590, и капюшон есть, и широкая пройма, и пояс, и тоже вот никаких пуговиц, ничего. Очень здорово, прям вот браво, Зарина, молодцы. Капюшончик есть. И хочу сказать, пока я снимала это видео, там все время вещала Варнава и говорила о том, что она теперь является лицом Зарины. Ну, хочу сказать, вот действительно не стыдно быть лицом такого бренда. Очень доступного, бюджетного. Посмотрите, какое симпатичное пальто. Вот я в прошлом году искала. И их нигде не было. Я с трудом нашла. Вы помните, да? С трудом нашла. Уже в конце зимы, можно сказать, свое молочное пальто. Ну, а вот такой молочный шоколад, кофе с молоком, тоже такая стежка, пояс. Ну, красивое же пальто. Просто молодцы наши. Хотите с капюшоном, хотите без. А цены все вот такие. Бюджетные, демократичные. Так, если вот перевести это в евро, то это где-то 60, наверное, евро. Может, 70. Ну, тоже зависит, видите, от фасона. Ну, примерно вот так. Я считаю, что для верхней одежды это просто супер. С капюшончиком. Ну, просто, просто я очень, очень приятно удивлена. Ну, это вот тоже такой пуховичок в элегантном стиле. То есть, вроде бы как вы в пуховике, но вроде бы как и в элегантном пальто. Тоже хорошо смотрится. Вот, я-то люблю, конечно, больше такие стеганые а-ля телогреечки. Вот, но такое тоже имеет право на существование, тем более в разных цветах. И вот это уже более зимний вариант. Прям реально толстые такие пальто. И легкие. И что мне еще нравится, то что это все синтепон. Я вообще не люблю вот эти пуховые все пальто по нескольким причинам. За ними труднее ухаживать, как-то проблематичнее стирать, сушить. Иногда этот пух лезет, особенно в бюджетном сегменте. А здесь вот недорого, и никакой пух тебе не полезет, потому что это все на таком современном синтепоне, невесомым, греющим, теплым. Постирал, через 2-3 часа пальто, считаю, уже можно надевать. Оно быстро сохнет. Ну, а это кожаные. Ну, конечно, не кожаные, это искусственная кожа. Ну, честно говоря, эта тема уже в прошлом году муссировалась Зарой. Ну, как-то в жизни мне это не нравится. То есть, теоретически идея неплохая. Но практически, опять же, больше весит, да, пальто тяжелее. Стирать тоже как? Сложнее все. Поэтому мне, конечно, больше нравится просто, когда вот из ткани, без вот этих закосов, под дорого-богато, типа пуховик кожаный. Ну вот мы смотрим, они разные. Хочу сказать, что если вы ищете себе на зиму какое-нибудь новое пальто или на осень тоже вот эти в клеточку хорошие, то я рекомендую обратить внимание на Зарину, потому что, ну, действительно, действительно, потратив немного денег, можно
приодеться, выглядеть вполне себе стильно, модно. Честно говоря, вот такие жилеты толстые я не очень одобряю. У меня есть такой, и он как-то не носится. Нет такой погоды, когда его можно вот хорошо как-то приспособить и носить. Вот это хорошая штука, мне понравилась. Такая рубашка-куртка стеганая, очень тонкая такая. Ну, для верхней вещи тоненькая стежка, но с другой стороны можно и под другое пальто надеть, и как самодостаточную куртку носить. Вот еще один молочный жилет. Ну, не знаю, люди как-то носят, приспосабливаются, но мне никогда не удавалось. При том, что я люблю вообще, в принципе, верхнюю одежду как-то комбинировать, как-то носить ее по возможности оригинально, но не зашло. Ну и вот немножечко еще я вам решила показать такие имитации, как будто это, знаете, такая ткань альпака. Ну, теперь вот так красиво могут делать стопроцентный полиэстер ткань. Вот, видите, тут. Но смотрится симпатично. Ну и учитывая, какая цена, вот видите, тут сразу вот вам такая девушка-футболка. И вот если сочетнусь с этим пыльно-розовым жакетом, будет очень даже модненько. Ну вот желтенькая тоже интересная, горчичная такая рубашка, куртка, жакет на все случаи жизни. Ну, я так для себя особо такие вещи не рассматриваю, но просто решила вам показать, что есть. Просто действительно очень порадовал ассортимент Зарины. Также очень много трикотажных вещей, но я трикотаж не снимала, вот чуть-чуть вам только показала, показываю. Такой мятный кардиган в косичку. Тоже же очень стильно смотрится. Сейчас желтенький еще будет. Красивые они. Ну, напишите, что вы думаете по поводу этого супербюджетного шопинга, где можно купить осеннее и зимнее пальто от 3 до там, 6, максимум 7 тысяч. Но в основном 5 с чем-то тысяч стоят они. А приодеться при этом вполне себе интересно. С нетерпением буду ждать ваших комментариев, лайков, дизлайков. Как всегда, буду благодарна за репосты этого и других роликов. И увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. Пока-пока!